18341 случаи коронавируса выявили за сутки в России. Третий день подряд прирост инфицированных держится выше отметки в 18 тысяч. Скончались за сутки 789 россиян. Впервые с 24 августа смертность опустилась ниже 790 случаев за сутки. Сразу 6 летальных исходов зарегистрировано на утро пятницы в Татарстане. Коронавирус подтвердился еще у 52 жителей республики. По официальным данным, всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 25 957 человек. Скончались 704.